Мне было 5 лет, но я очень хорошо помню, как мама ходила на курсы кройки и шитья. Киров, где-то на улице Ленина. Огромный стол для раскроя, тяжеленные швейные машинки, пластмассовое лекало, и стопка журналов «Бурда». Невероятная ценность. Поэтому я с детства знаю, как из ничего буквально сделать шедевр. Мама всегда что-то распарывала, перекраивала, обновляла. Бац, новые брюки. Бабац, куртка с капюшоном. Ни у кого нет, а я иду в школу гордый. Я с детства чувствовал себя особенным. Это очень важно. Я ей благодарен. Поэтому я хочу, чтобы в свой день рождения она чувствовала себя самой красивой и счастливой женщиной на планете. А я покажу вам, как за 3 дня сделать из скромной мамы диву. Все купить. То, что я хочу, такое не продается. И поэтому я хочу быть женщиной интересной, модной, не только вне дома, но и дома. Поэтому я решила только шить сама.